Привет, YouTube, слушайте. Это косплей на младенца. Я взял вот эту штуку. Вы увидите, как я ее буду использовать. У меня такой же. У тебя такой же вот это что? Что у тебя такой же? Надо типа морду умыть. Крем какой-нибудь для пяток. Какой крем для пяток? Да, просто ополоснуть морду. У меня тут вода есть, я вот, принес. Все пойдет, да? Так, поехали. Ну я уже уебищ, ребят. Я открываю вот эту штуку. Вот. Крем надо. Да какой крем? Бля, ребят, зачем мне крем? Объясните. Модро, я могу без крема? Какой гидреди возьми в садик? Хотя весело. Ура, косплей на Саню. Не надо, забей, все, супер. Погнали. Тогда что мне делать? Просто вот сейчас ебать сюда, бам-бам-бам-бам-бам. Да? Для этого мне надо спонж или что мне надо? Я так понимаю, косплей закончен. Один в один получилось. Ты что, дурак, еще ничего не получилось? Да, спонж, все супер. Тогда спонж мы берем следующий. А лысина в косплей входит. Какая лысина, я не понимаю. Так, спонж у меня именно мокрый. Я его выжил. Теперь мне на него наносить или на морду наносить и потом спонжом растушевывать. Без разницы, куда носить. Все супер. Тогда на морду. Это косплей на дерзко. Нет. Много? Много или сколько? Я если надавлю один раз, что будет? Хули у тебя лицо, как жопа сатаны. Я чуть не умер, вы видели? Меня чуть не пристрелила эта ваша хуйня женская. Я боюсь, блядь. Все, погнали, ладно, все. Просто на лоб, да? Все, я уже делаю, смотри. Перцовка? Это не перцовка. Сейчас. Мне на полу сейчас тоналка, ребят. Супер, погнали. Все, детскую кожу тут делаем. Нормально, работаем. Скажи агу. Иди нахуй. Еще, да, чуть-чуть, да? Ты обоссал спонж или что? Я... Почему я такой... Плаки-плаки, съел все бивмаки. Нормально. Тредди возьми в ясли. Какие ясли, блядь? Ой, фу, как воняет. Тонал как стви, сложно от ковров отмывается. Не засри там квартиру. Ковры вот. Бля, все, W. Нормально сделал, да? Носком вытери что, пол, блядь, тоналку? Че с мордой у меня? Ладно, я типа ребенок. А глаза? А глаза тоже надо, да? Погнали, ладно, хорошо, все, W. Все, погнали. Смотри, похож уже, да, по-моему? Брызни в рот. Нет, зачем? В рот будет не очень хорошо, мне кажется, если я брызну. Выглядишь как маньяк, признаться честно. Так это пока что, у меня еще румянец. У меня все четко, у меня еще тени, ребят. У Сани лучше бы получилось. У него даже лицо такое же. Осталось только раздеться. Выглядишь как тоже. Да бля, ребят, да стоп, ну ребят, это только начало, вы понимаете? Плаки, забирай свои игрушки и не писай в мой горшок. Да я не брал твои игрушки, блядь, вообще! А губы чуть-чуть, да? Боска фэс. А почему спонж рыжий стал, я не понимаю. Хуя она на тебя дрестанула. Кто? Спонж другой стороны. Вот этой, что ли, надо? Вань, там тебе мама колготки на батарее оставила. Ты вообще, что ли, вот... Ты... Наушники, кстати, не обязательно было красить. Я знаю, это я не специально. Так, все, погнали. Теперь... Не забудь детскую присыпку. Хуипку. Теперь румянец. Стоп, нет, теперь тени. У меня еще такие тени. Не хватает только лысины, братан и кабана в штанах. Кабан имеется. Пудра, Ванюша, какая пудра? Так, кушай аккуратнее всю кашу по ебалу размазывай. Я твоей маме пожалуюсь. Отстань. А смывается со штанов? Это хуета ваша.
Ой, боже мой, блядь, зачем я в таких штанах-то сидел? Гетреди, возьми в Омск. Я тогда оттуда не вернусь, если так поеду. Так, ладно, все, давай. Вань, как не стыдно срать в колготке, ай-яй-яй. Я не срал в колготке, имею в виду. Тоналку можно было поближе к лицу преподнести. Если тоналку поближе к лицу, зачем тогда она прыскает на километр? Объясните, женщины. Детская неожиданность. Кто? Это похоже на пудру? Да это что? Тональный крем. Какой-то Боб Санскрин Фаундейшн. Это похоже на пудру? Что это вообще такое? Это еще белее цвет. Ого, косплей на целевую. Подожди, я знаю, как сделать. Сейчас объемное лицо сделаем мне. По краям вот так сделаем. А малыш что под чем-то? Белый уже весь. Бугу зажа. Ну, объем пошел, пошел объем. Такс, румяна пошли. Вот он, 21 век. Дети в ясли уже красятся, пока я к ЕГЭ готовлюсь. Это косплей на ребенка, подожди. О. У меня, конечно, подписан донатный договор. Но как устоять перед желанием задонатить такой красотке? Так, ты обрати внимание, я сейчас делаю косплей на ребенка. Зачем ты описался на тихом часу? Блять, какой придурок, сука. Я не писался. Передай привет моей группе одуванчики. Идите нахер, бля, я ненавижу одуванчики. Вы тупые там, потому что все. Выглядишь как девочка не фор, только черных линз не хватает. Супер, такс. Теперь надо что-то с носом сделать, тоже чуть при этот. Мимо горшка сходил, ну ёпта. Да ну ёпта, ну не ходил я мимо горшка. О, смотри, хорошо, 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 Иван. Такс, надо как-то сделать теперь тени чуть-чуть. Как-то щеки придумать. Не забудь надуть в конце косплея. Да, сейчас. Мне не открывается вот эта штука. Да как это открыть, чат? Ну реально это невозможно, блять. Как это открыть вот эту хероту вашу? Да ну сделали просто невозможную от... О! Давайте так, вы мне сейчас подскажете, какой из этих теней что сделать. Давайте мне так. Мне тут позвонили и сказали, что кто-то в садике насрал под подушку и показал кое-что у девочки неприличное. Да не я. Иван, собирайся быстрее на утренник. Я не собираюсь. Три. То есть вот это. А ты мультик будешь в подгузниках смотреть для полного перевоплощения. Ты что, дурак? Вот это? Вот это? Да, я по детям, да. Не куда? Волнуйся, красотка. Осуждаю. Куда? Куда это? Вот это куда мы наносим? Тебя как будто по щекам хлестали. Брови. Чем? Привет, Ванечка, солнышко. Спонжем? Наши? Скулы. Какие скулы, блять? У него щеки гигантские. Только кисточкой. Об стены не обмазывай. Погнали. Это уже какой раз тебя оставляют на второй год? Может, уже и за голову возьмешься? Какую голову? Почему не работают кисточки? Странно. Эй, сейчас попробую спонжом. Пацаны, ПС, идемте, что покажу. Ой. Нормально. Что я делаю? Ты похож на Снегурочку. Что я сделаю? Блин, что вы мне посоветовали, чат? Вот оно, поколение манной каши с комками. Теперь надо чуть-чуть как-то сделать тени под глазами. На лицо. Чуть-чуть так. Оп. Оп-оп-оп. Оп. О, нормально, нормально. У, какая бейба, жаль таких ЕОПХ нет. Ты что, дурак, что ли? Что ты говоришь? Все нормально, нормально. Видите, объем делаю. Выглядишь как царевна, щеки светлой намазал. Губы осталось и косу заплести. Позвони маме и скажи, что покакал. Санку не выпьешь. Ой, я микрофон намазал. Надо еще как-то сделать... Здесь. Уже можно на ночь заказывать. Ты что пишешь? Оп-оп-оп-оп. Во-во-во, хорошо. И вот теперь вот объем. Переводись ко мне в группу топтышки. Идите нахер, топтышки, тупорылые. Никогда к вам не переведусь, блять. Имейте в виду. Во, хорошо, такой объем сделал у лица. Щечки румяненькие. Прям как у Морфушенки душеньки. Замуж пора дорогая. Вот так вот. Так вот. Эта тоналка смывается только гидрофильным маслом. Теперь, пока ты не купишь его, будешь ходить как труп. Ты чё, дурак, блять? Эта тоналка вообще похуй, водой смою. Нос, а чем нос? Передай, нос чем? Пожалуйста, Виктор, контур, а что контур? Мне надо щеки какие-то прям жирнючие сделать, знаете? Ваня, это косплей на Чио-сан? Обычно у таких парней есть парни. Да, блять, это косплей! Эвкс, ну что, соску не купил? Может, спокойнее бы был Гугу-Гага.
Иди нахер, я еще с соской, да, не сидел на стриме. Блестящий нанос серединку, поснес светлый, белый под глаза. Блестящий такими нанос. Такими бровями, как Брежнев. Ой, смотри, да? Вау! Вау, посмотри! Так, поснес светлый, белый под глаза. Марфушечка, душечка, ты наша. Ваня, быстро домой, щеки все уже себе отморозил. Ты придурок, это румяна. После светлого оттенок навека. После светлого. Вот это, да, получается? Ваник, вот вам смешно, я реально обоссала все кровати в саду. Кстати, подгузник поменяй, а то несет. Пупсик-приничек. У меня нет подгузников. Просим темную на брови аккуратно. Сколько час? Я не стою. Так, и фиолетовым флакон была сухая пудра. Вот это пудра? Нет, это не пудра, ребят. Все это консилер. Больше ничего мне нету. Привет, вот мальчик. Это? Пойдем ко мне в машинку, я тебе собачку покажу. А потом мы поиграем в игрушки. Не бойся, а меня я хорошая тетя. Вот, ну, я понял, все нахуй. Все в пизду. Так, все чуть-чуть. Ой, вот так Иван, делать. Передайте, пожалуйста, привет моей группе в детском саду «Хоровод». Нет! Я не передаю к другим детским группам приветы. Все, отстаньте от меня. А что с... Нефорская няшка собирается на свидание со Скулчиком. Все, ладно, давайте уже, блядь, я просто завяжу волосы себе нахуй. Вот настоящая королева пикми. Это не пикми косплей, да, бля, ну, ребят, ну просто чуть-чуть не по плану пошло, ну не каждый раз офигенно делать косплей. Детский губы, а что губы? Кормлю, каким губы? Могу. Тенями? Давайте губы тенями. Тенями губы? Легкий нюдик. Да, какими? Мамина радость. Хуядость. Вкусные были. Что щеки по 5 копеек. Третий Иван, светлый? Почему сегодня писюном вилял на спальном часу в садике Ромашка? Потому что вы меня бесите, нахуй. Это хейт-рейд садика Ромашка был. Два. Да ну... Ну... Да ну... Ну... Каким-то в итоге! Не забудь памперс сменить, а то жопу разъесть. У меня нет памперсов. У меня нет памперсов, подгузников, блять. Это который смарт с клубой. Нет. Да нахуй вот просто кто-то на рандом пишет, я не понимаю. Почему я должен верить комментарию чела с ником Боски и FC7, блядь? Вы думаете, он знает, что такое тени вообще? Самым темным ебаш. Вылетая гуша. Ладно, этот не подошел. Давайте вот этот попробуем, светлый. Пойдет? Баю, баюшки, баю, малыш, дипинс. Должен покакать, потом спать. Что это только что было, нахуй? Ебать. Так. Все, я заплетаю косичку. Все, милый, да? Пик ми, Найк Про, Брежнев. Нет, а что мне тогда? Ну все, я считаю, что косплей закончен. Бля, боже, чудовище. Всем привет, и это мой гид, иди весьми в школу. Я супер комфортик, котик. Очень смешно, весело, спасибо, веселуха полная. Румяна. Да румяна, вот они, видишь? Ты из детского садика, тормозок. Говноводик. Мумия, матрешка, что с тобой? Не вижу. Да как не видишь, глаза открой. Все. Тепс. Так вот, какие фетиши у твоего партнера. Что я такое? Я красивая или убежище, блять? Боже, прости вообще за это, боже, что это? Так, ладно, если вот так вот, то неплохо. Сука. У тебя тестостерон прет? Так, одна рука есть. Ой, мальчик собирается. Ладно, что я хотел с этим сделать? Мне нужен был фартучек. Вау, дети в своем возрасте даже разговаривать не умеют. А ты такой вундеркинг, краситься умеешь. Молодец. Ку Иван, ку чат, ку Никита. Комментарий к твоему косплею. Ну какой молодец, малыш. В его возрасте детишки только ползать умеют. Как заправлять волосы? Палетку держит. Иван, ну вы сосочка. Конечно, я так не крашусь даже. Это максимум. Ваня, Типон, здравствуйте.
никогда не стану феминисткой за то, что у меня есть сиськи. Я получаю, что не захочу. Ты захотела, я уже решила. Своего мужчины попросила. К моим ногам летят шелка. Бля, чудовище просто. Эй, ботан Ваня. Я злой задира Джек. Отдай свою агушу. Не забудь потом раздеться для полного косплея. Что? Ну вот так, в принципе... Иван, это уже не младенец. Это какая-то альтушка. Не, бля, нормально? Ждет за дверью опоздайка. Он Ванюшеньке не брат. Ваня быстро убегает. На зарядку в детский сад. Тебе памперс сейчас Самира будет менять. Скажи, что ты бойс-кафес, если ты любишь маленьких мнажиков. Бля, пиздец. Ты стишок для Деда Мороза выучил. Маленький ты распиздяй. Все, я в тильте. Кто в обед не ляжет спать, затем придет Дипинс. Это неправда. Не верьте этому голосу злому. Малыш переел растишки. Да я не переел, блять, ну ребята, нахуй, ну я вас очень прошу, ну хватит, ну реально, ну плохой косплей получился, блять. Иван, вы делаете косплей на моего брата, очень похоже. Да, нет. Все. Ваня, так. Спокойной ночи, малыши, начались. Да мне поебать вообще, что там, где началось. Я таких каждый, как ты, ногами пью, готовься. W? Гроза садика. Ваня, не реви, главное. Для садика пойдет. Хуядик. Псю. Бля, посмотрите, как они меня троллить хотят. Это посмотрите. Баба Капа. Я не баба Капа. Ребята, признайте, макияж хорош. Да это не макияж, блять, это косплей. Косплей. Вот на вот это существо. Не бежать, он еще маленький. Да я! Эй! Ванюшенька, Ванечка, давай возле занавесочки с фэткаем. Не забудь преподавательнице цветы подарить. Нет, дальше. Ты завтра поешь песню на утреннике. Я не пою завтра песню на утреннике. Иван, судя по цвету кожи, у вас туберкулез. Нет. Сколько денег вам нужно на лечение? Я не... Туберкулез. Атлат. Я... Туберчулум бугорок. Широко распространённый. Нет, нет, все. Да. Что за милфочка сидит? Можно познакомиться? Я не милфочка, да. Ванюша, а покакать забыл? Колики мучают. Бля. Ну такой красотки я бы дал. Да ты тупой, Аксель, ну ты чё, ты куда? Он без футболки, снимай. Нет, мам. Что за голос мамы? Зашла на стрим, а тут это, накрасился, будто тебя сейчас в гроб ложить. Да ты чё, угораешь? Это же вообще-то в целом похоже. Но если прищуриться. А вообще можешь за рукава на шею повязать ползунки эти. Вот я и нашла того самого челика из моего садика, который срался в кровать каждый день. Я не срался в кровать. Баю-баюшки-баю, не ложися на края, придет серенький волчок и укусит за бочок. А потом придет медведь и отхватит ножки треть. Иван, вашему партнеру нравится стиль пикми. Я косплей ребенка делал. Иван, почему не спишь? Лялим пора баю-бай. Не детское время. Заколку-то неправильно заколол. В смысле? Вот она, видишь, держит. Я не понял. Обезьянья ос подобралась до Москвы. Ты на бабушку похож в 90-х. Только она стринги не носит. Я тоже не... Так, блядь, от... Засмущался, вон как покраснел. Этот он... Все, я смотрю фильм, хватит меня троллить. Все, аноним, там остальные, все, хватит, все. Бля, какой хуёвый косплей, пиздец вообще просто.